История о рождении Иисуса Христа. Иосиф и Мария жили в городе Назарете. Мария ожидала ребенка. В то время была объявлена перепись населения, и Мария вместе с Иосифом должны были пойти в город Вифлеем, чтобы записать свое имя в специальный список. Они пришли в Вифлеем, но в гостинице не было свободных мест. Только в хлеву нашлось место для Марии и Иосифа. Там они и остановились на ночлег. Марии пришло время рожать, и в эту самую ночь в хлеву родился Иисус, который стал спасителем мира всего. Мария и Иосиф завернули его в пеленки и положили в ясли, кормушку для животных. В эту ночь произошло еще несколько чудесных вещей, которые были связаны с рождением Христа, Спасителя. В поле находились пастухи. Вдруг перед ними предстал ангел Господень и сообщил им радостную весть. Родился Спаситель, Христос Господень. А потом к ангелу присоединилось множество других ангелов, которые пели и славили Бога. Это было удивительно, грандиозное зрелище. Пастухи сразу же поспешили в Вифлеем, чтобы посмотреть на новорожденного Христа и поклониться Ему. Далеко на востоке жили мудрецы. Они ждали рождения царя, обещанного Богом. И когда на небе вспыхнула и зажглась необычная, очень яркая звезда, мудрецы собрали дорогие подарки, снарядили караван верблюдов и отправились в дальний путь. Звезда чудесным образом вела их с востока в Вифлеем. Звезда привела мудрецов туда, где жили Мария, Иосиф и маленький Иисус. Мудрецы поклонились новорожденному Иисусу и поднесли ему дорогие подарки. Вот такая история о рождении Иисуса Христа. Для вас, маленькие дети, слушатели.